удивительной красоты получается готовый пряничный домик с глазурью по этому рецепту. Главное, разобраться и не прогадать с консистенцией глазури, тогда вам удастся невероятно красиво расписать домик. Многие хозяйки в канун зимних новогодних праздников готовят пряничный домик. Глазурь для него делается классическим способом. Взбивается бейлок с сахарной пудрой и лимонным соком. Консистенцию нужно регулировать самостоятельно, поскольку для росписи стен, дверей и окон домика нужна консистенция погуще, а для украшения крыши – немного реже. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Глазурь для пряничного домика готовится очень просто. Сложнее сделать специальный корнетик, пакет для крема. Итак, начнем по порядку. Отделяем бейлок от желтка. 2. Взбиваем белки до состояния густой пены, после чего вводим к ним сахарную пудру. Для такой глазури обычно нужно около 400 граммов сахарной пудры из расчета. 200 грамма на один бейлок. Тем не менее консистенцию регулируйте сами, поскольку вес яиц обычно разный. В конце добавьте лимонный сок. 3. Чтобы нанести глазурь на наши заготовки для домика, нужно вырезать из пергамента, кальки, кондитерский пакет. Для этого отрежьте большой треугольник. 4. Сверните его в трубочку, от одного угла сворачивайте в другой. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Получится вот такой мешочек, в который нужно накладывать нашу глазурь, чтобы затем украшать ею пряничный домик. За время, пока вы будете готовить кондитерский мешок, отправьте глазурь в холодильник. 6. В такой мешок можно вставлять насадки из кондитерского шприца, чтобы сделать незатейливые узоры на домике. 7. Если хотите сделать эффект талого снега, для крыши сделайте глазурь немного реже, она быстро застынет и создаст удивительную картину. Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Яичный бейлок, 2-3 штук. Сахарная пудра, 400 грамм. Лимонный сок, 1 чайных ложек. Количество порций, 1. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Люблю вас, друзья, жду снова.